Сегодня в Ишимском многопрофильном техникуме торжественно открыли две новые лаборатории по электромонтажу и по контролю измерительных приборов и автоматики. Здесь будут обучаться не только студенты, но и группы школьников с 6 по 11 классы, а также повышать свою квалификацию работающие специалисты. Оборудование очень хорошее, высокоточное, вот, с хорошим программным обеспечением, которое позволит, в общем-то, еще раз повторюсь, ребятам выйти немножко на другой уровень. Да, дается трудно, потому что все сложно. Программировать нужно, думать все, языки разные, программирование. Вот. Но ты это уже все умеешь. Ну, не все, но мастерских. Умею. Открытие лабораторий мастерских стало возможным благодаря государственному проекту «Молодые профессионалы». Общий объем финансирования составил порядка 12 миллионов рублей. Это средства федерального и регионального бюджетов, а также работодателя и самого техникума. Социальным партнером выступил Ишимский агрохолдинг. У нас очень востребованы слесарь КПА, особенно это в наших новых проектах, это завод Аминосиб и будущий наш завод Протеинсиб. Там очень высокая степень автоматизации, и вот эти специалисты очень-очень востребованы.